Что? Пресса. Пресса, удостоверение. Да, пожалуйста. Доручение. А дозвольте пройти? Да, конечно. Доручение что? Александр Парчик, можно? Демидович. Демидович. А доручение? Яке доручение? Что вы говорите? Редакционное доручение. У меня есть Конституция, статья 34. Вот там есть распорядитель, подойдите, пожалуйста. Хорошо, я понял. А вы на основании кто? Вы распорядитель. Я понимаю, представьтесь, пожалуйста. Я гражданин Украины. Вы просто как громадянин мене не пускаєте, я правильно розумію вас? Я не то, що не пускаю, я прошу вас подойти к адміністрації. Ще раз, чому ви управляєте зі ситуацією? Я не управляю. А що ви робите? Ви мене не пускаєте. Я вас пускаю, тільки подойдіть к адміністрації. А пускайте, будь ласка. Я думаю, треба пройти, що це журналіст. Водичник, тут є поліція. Ні, так я же говорю, пожалуйста, ради Бога. Та пусть проходить, це журналіст, звісно, пусть без проходить. Без проблем, які проблеми? Спасибо большое, Денис. Скажите, вас не пропускали? Да, значит, что это за компания, гоп-компания? Что в чем дело? Убери, хай уберут ее, вицеля. А как вы знаете, что это тетушки? Тоже видно по них. Они чуть не набили в нее там на фоне. Штовхали. А кого-то еще не пропускали, может, не знаете? Может, они с пивом даже стоят. Даже с плакатом меня не пропустили. А может, они с пивом там стоят. Треба проверить. Что, мотив говорят что-то? Ничего не говорят, просто толпа стоит и не пропускают. А милиция там или кто не пускает? Нет, люди какие-то не пускают, да? Может подойти до милиции? В синем свитере. Ну так а что милиция? А что? Просто они не то, что допускаются по статье. Все думали, что тут людей и нема места. Нет, так мы просто там уже Руслан Николаевич, вас не пускают, что ли? Доброго дня. Доброго. Это неможливо. Так еще там было... Нет, я ему городницку. Давай заходим, Я люблю попадать. А кто там не пропускает? А в чем проблема? Пропустите, пожалуйста. Сейчас вам не обрезать. Да я тут... Иди, Не позвонить.
Давай, пропускайте. Сергій, проходьте. Пацани, прекращайте вот это. Там толкаться прекращаем. Геннадий Анатольевич, вас не пускают? Меня пропустят. Куда делать? Дружище. Проходите. А вы куда делаете? Я не стану в стороночку. Или вы тут подниматься решили? Разводить. Можно? Так, кто вам туда? Проходим. Гена, проводи их. Там все проходит. Чтобы не знали. Ничего. Женок не пропускает. Ти більш красивий. Мені не так треба, тобі, мабуть, треба входити, так? Це Біле Братство проходить, так? Ні. Батьківщина чи хто це? О, це найкращий плакат. Біленькі брудні рейтинг. Ага. А, це до Біленького. А, це до Біленького. Тітушки Біленького стоять, так? Ні, ага. Ні, це тітушок поставили. Бачите, Біленький тітушок поставили.